This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Привет! Ты на канале Zalimars Games, и мы продолжаем играть с тобой Undying. Значит, давай, значит, мы с тобой выберем. К сожалению, предыдущая серия у нас закончилась на 20-м дне, и там было очень сильно, конечно, не очень. Почему? Потому что наша мама начинается, да, превращаться в зомби. Ну, симптомы очень сильные, она уже, типа, начинает... дёргать руками, типа, как будто пытаться кого-то укусить, и я решил чуть-чуть переиграть, буквально там на пару дней. Значит, у нас с тобой сейчас будет 16-й день. И мы сейчас, наверное, с тобой отправимся в национальный парк, да? Там у нас есть горный еще лагерь. И есть какая-то неоткрытая территория, будем добывать там какие-то ресурсы. Короче, очень сильно мне надо, конечно, прокачать машину. На машину, конечно, нужны ресурсы. Это механический инструмент, металлические пластины и шестерни металлические. Вот здесь очень много мне не хватает. Очень много. Я не знаю, где это будем делать. Может быть, со временем будем также заскакивать в парк фургонов. Там у нас будет продажа, ну там у нас обмен есть на 2 НПСа есть, которые предлагают по 3 пластины мне что-то обменять. Но вот один мне меняет, а второй почему-то не хочет менять. Я не знаю почему. Так, давай, значит, симптом. Так, Unlink не может использоваться огнестрельным и одноручным оружием. Да, не-не-не-не, это не то. Unlink не может использовать скамью инструментов и ремонтную скамью. Ого, а чё так? Нифига себе. Ну, блин, жирновато, конечно, как-то так, знаешь. Ладно, давай скамью инструментов она не может использовать. Но это временно, по чуть-чуть будет. Значит... Смотри, что у меня с тобой здесь есть. Так, да, ферма Джона. Он остался мертвый, так что это дядя Джон был. Мы его победили. Сейчас мы посмотрим, что у нас за симптом. Я не могу использовать. Ну да, 5 часов, типа. А потом могу использовать опять. Что у нас есть по коде? Переработка. Коди может самостоятельно изготавливать предметы общего назначения. Да. Так как мама бывает, может быть, да, вот она не может, то Коди пусть да может. Здесь мы с тобой создадим немножко лекарства. Коди уже тоже может лекарства создавать. Слушай, если тебе понравилось это видео, мое прохождение, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй и, конечно же, нажимай на колокольчик, приятного тебе просмотра. Так, и создадим немножко бинтов. Сейчас буквально кушаем и сразу же отправляемся в национальный парк. Кстати, я сейчас тебе немножко покажу, что у нас там готово, да, вот внизу. Внизу столы улучшены, да, вот здесь у нас третий стол. Ты вот видишь. Видишь, нужны шестерни, очень много шестерней. Если я найду, конечно, механический набор, да, вот там вот, в национальном парке, где мы сейчас с тобой будем ходить гулять, это будет, конечно, очень хорошо. На металлические, ну, точнее, да, вот металлические части, это вот шестерни нужны. То есть тут нужны металлические пластины. Сами же металлические пластины создаются из обрывков, но нужен древесный уголь. То есть, а древесный уголь у нас добывается с помощью дерева.
Видишь, все очень так. Не очень хорошо получается. Так, что у нас с тобой здесь есть? Давай, значит, посмотрим. Вот сюда. Слаживаем все. Значит, пистолет я брать не буду. Обрывки тоже все выкладываем. Мясо положим сейчас в холодильник. Пластины вылаживаем. Так, лопатка вылаживаем. Семена. Семена томатов. Здесь у меня немножко томатов. Так, возьмем, наверное... Ломик, дубинка. Мне бы еще одну дубинку, если бы желательно. Ну, да ладно. Так. Чистая вода. Этого давай выкладываем. Так, помидоры, блин, желательно в холодильник положить, да? Сломанный топор. Разобрать. Вот смотри, в чем прикол, да, вот по топору. Топор очень классный, он очень мощный против зомби. Но его, конечно, починка, да, вот, чтобы чинить, стоит, ну, хорошо, 5 пластин, которых мне реально не хватает. Ну, давай создам. Так, а чё? А, я не могу починить, потому что я ж не могу использовать, блин. У меня ж сейчас действует этот. А, и, наверное, я его не создам, потому что нужно улучшить сам стол. Блин, нифига себе! Так, я сейчас, наверное... Подожди. Подожди, я сейчас, наверное, еще одну биту создам. К провалу. Хорошо, ну Кудиш может создать? Как хорошо, что у меня смышленый сынок есть, да, уже? Так, значит, хранить все. Так, две биты есть, бинты есть. Давай, значит, в холодильник что-то положим. Мясо ложим. И помидоры. Кстати... Грибы, картошка, да, в холодильнике долго лежать не будет. Все портится. Все портится, да. Увы. Так, два лекарства есть. В принципе, сейчас, конечно, можно использовать, но я этого не буду делать. По коде. Непонятно, голоден он, не голоден. Ладно, давай, значит, пробуем. Выходим отсюда и поехали. Национальный парк. Самое интересное, что зомби, да, все-таки у нас есть. Они постоянно появляются со временем. Но с них выпадают ресурсы, так что это, конечно, тоже плюс хороший. Так, идем. Значит, смотри, для чего идем мы сюда с тобой в парк? В парк мы идем, потому что здесь у нас с тобой будет камера. Не хочешь ты? Вот негодяй. Сюда иди. Ты там что-то нашел? Кроличья нора. Налить воды.
Самое интересное, да, вот он стрелял только что в меня, а пистолет я не могу взять с него, прикинь. Лечиться, потому что видишь, все проблематично. Так, Коди, давай твой выход. Кстати, может быть, где-то здесь будут какие-то еще, да, вот, ну, части, чтобы я что-то вот собрал, разобрал. Так, дерево есть. Чё ты там нашел? Да подожди, потом это все сделаешь, блин. Так, а здесь у нас будет лодка, да? Дерево. Ладно, давай дерево будем добывать. Блин, видишь, время. Время, конечно, вот играет не в нашу роль, а очень быстро оно идет. Вот только приехал, уже почти полдня уже закончился. Скоро вечер начинается. Сломанная сеть. А что было? Ловить рыбу, что ли? Лодка. Так, немножко все не то. Слушай, мне кажется, сама камера находится у нас дальше. Вот в лагере, да, в этом? Черт. Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда быстро. А что там, что я нашел? Заметку возьми, ёлки-палки, блин. Не могу взять заметку. Так, правительство должно вернуться за нами, но кому они нужны? Кому они нужны? Эта группа нас не остановить. Мы переживем это фрик-шоу здесь, в пустыне. Сообщение выжившего. Ну, смотри, значит, в палатке, да? Камера точно в палатке. Мне этот гад мешает. Слушай, его, конечно, убить, блин, очень сложно. А если бы у меня был бы хотя бы, да, вот, капкан. Да. Сюда. Давай, Коди, стреляй быстрее! Все, отходим. Есть.
А, блин, по-моему, и меня его очень хорошо задело, да? Все равно. Есть, камеру нашли. Да-да-да-да. Так, а сколько там время? Время, конечно, уже не в нашу пользу. В принципе, я думаю, можно выходить отсюда. Пошли. Так, 20:35. Выходим. Идем, идем, идем. Давай руку быстрее, побежали. Кстати, давай попробуем воспользоваться лодкой, если получится. О, круто! Экономия времени. Так, ну что, даем фотоаппарат его камеру. Что он за это нам даст? Механический набор! О, как жирненько! Жалко, что один только. Хотелось бы побольше. Так, сейчас, ладно. Торговля. Ну, пока все. Ладненько, все, уходим отсюда. А вот теперь, смотри, у нас, конечно, возникает большой вопрос. В городе, в магазине я должен, по-моему, вернуть пистолет. Вроде бы. Может быть и нет. И я вот не помню, что он мне дает за это. По-моему, тоже механический, да, инструмент. Ну, не знаю. Ладно, сейчас мы отправляемся домой, отдыхаем. И потом что-то решим, куда мы дальше пойдем. К сожалению, ты сам видишь, что происходит. Происходит, конечно, такое не очень. Ресурсов не хватает. Металлических пластин вообще нету, блин. Все это нужно где-то делать, готовить. Здесь у нас что-то валяется. Ну, можно, конечно, посмотреть. Потертый ящик для инструментов. Я не знаю, что это такое и зачем он мне нужен. Можно, конечно, переработать дерево, да? На уголь, создать пластины. Ну, пластин, конечно, будем много создавать. Надо бы вернуться в те локации, где у нас есть еще с тобой машины, которые разбираются, и вот там на запчасти. На деревне, да, вот деревня Джона, там, к сожалению, картофельное поле. Ну, там можно не только картофель садить. Вот туда можно, конечно, вернуться, но там только рассада, больше ничего нету, вообще ничего нету. В парке фургонов можно делать обмен. Но там тоже ограниченное количество. Там только три пластины меняешь и все, больше нет. Ничего. В национальном парке. Ну не знаю, вот видишь, где-то... Кстати, когда ты проходишь какую-то локацию и возвращаешься, бывает такой момент, что вот дерево, которое было... Ну я не знаю, то ли маленькое, да, либо еще какое-то... Теперь его можно будет добывать, то есть куда-то будем все равно возвращаться на добычу остатков, ресурсов. Может быть, пригодится. Значит, давай здесь. Походу немножко делать для... Не хватает, блин. Ладно, сейчас что-то выложим, давай.
Это хранить. Здесь гнилое мясо. От одного запаха его мне становится плохо. Что я должен с ним сделать? Может быть, это гнилое мясо как приманка для наших зомби, да, чтобы вот кинул кусок мяса, и они будут сходиться. Не знаю. Не знаю, честно. Пока что не знаю. Сушеное мясо. Так. Сломанный ломик, сломанный топор есть. Ну, один ломик, я думаю, можно будет вообще, знаешь, смотри, можно его просто разобрать. Ломик разбирается только на обрывке. Серьезно? Так, подожди, но это не то. Это неэффективный тогда метод будет. Так, ладно. Давай. 5 древесных углей. Буду делать, поехали. Блин, я не знаю, сейчас может быть неправильно у меня идет обмен ресурсов. Где-то я, может быть, что-то делаю неправильно, а где-то ошибочку делаю. Но, к сожалению, иначе я не могу понять вообще. Смотри, гнилое мясо. Оно используется для приманки. Это рыбалка. Чтобы, да, вот ловить рыбу. Блин, ну, я не знаю, такое себе. Так, это последнее, что делает Куди, и сейчас идем мы с тобой летаем. Просыпаемся, будем мы с тобой кушать, наверное. Да, может что-то где-то попьем воды, да и полечимся еще. К сожалению, видишь, лекарства у нас уходят очень быстро. Давай, сохранимся. Так, сохранение будет, давай на новенькое поставим. Поехали. Кстати, в предыдущей серии я говорил о том, что да, вот идет как бы такое небольшое превращение. Возможно, это было продумано самой такой игрой, что вот на самом деле нет. Так, дальше, что у нас с тобой здесь будет? Англинг слаб и несет меньше 2 слотов в рюкзаке. Однозначно нет, конечно же. Англинг не может разблокировать и собирать. Англинг будет периодически кашлять, звук привлекает внимание ближайших врагов. Срабатывает каждые 120 минут. Ну, давай вот это вот сделаем. Хотя, конечно, это не очень эффективное, да, вот такое средство, если она будет кашлять. Ну, что поделать. К сожалению, иначе никак. Так, здесь нам нужно с тобой лекарство. Это у нас спирт, да. Здесь у нас трава. Это аптечка. Слушай, у меня же есть с тобой аптечки. Пошли вниз. Сейчас давай мы посмотрим с тобой по поводу вот ресурсов. Шестерни, одна из 10 механических, блин, инструментов. Надо 4, чтобы улучшить нашу машину. Также, смотри, у нас с бензином тоже немножко начинаются проблемы. Почему? Потому что мне его нужно добывать. Кстати, в парке фургонов там есть НПС, который меняет мне на 1 канистру бензина. То есть обмен, конечно, не очень. Мне 1 канистры это будет мало.
Хотя, конечно, если где-то мы с тобой не разобрали машины, машины у нас были не разобраны, кстати, в городе. Да, мы туда в город, наверное, поедем сейчас. Сейчас мы посмотрим, что еще можно с тобой здесь создать. Так, давай, наверное, шестерни. Штук шесть создадим. Сколько создают. Готово. Так, здесь, значит, что мы с тобой делаем? Наверное, давай починим. Починим с тобой. Также кури починим радар. Давай, наверное. Сейчас подключимся, да? Так, подлечимся. Давай, значит, берем две аптечки. Конечно, как-то да, жирновато я беру, мне кажется, аптечки. Аптечка восстанавливает 40 здоровья. Блин, такое себе. Так, дерево выкладываем, все. Это тоже выкладываем. Что у нас здесь с тобой? Спирт есть. Давай тоже выкладываем. Так, а две отмычки, ломик, грибы. Быстренько лечимся. Здесь давай приготовление пошло у нас. Коди, вперед. Так, Коди сейчас покушает, наверное. У меня, в принципе, сытость еще нормальная, так что все хорошо. Так, я выпью немножко воды. В смысле? А чё такое? А чё ты такой? Чё ты грустный? Гля. А, воды хочет тоже, ну видишь. Есть. О, начинается. Так, подожди, а это мы с тобой еще сейчас идем, да, в этот. Я сказал же, мы с тобой пойдем. Магазин. Да, не очень, конечно, сейчас будет. Так, смотри, значит, что-то есть у Коди, да, улучшения какие-то. Засада. Стресс Коди не будет увеличиваться, пока его не обнаружат враги. Коди может быстрее перезаряжаться, и после того, как Коди успешно проведет скрытую атаку, враг будет оглушен. Коди стал более точным стрелком. Коди имеет 30% шанс атаковать с большой точностью при помощи рогатки. Я даже не знаю. С одной стороны, конечно, Коди у нас очень сильно долго перезаряжается. Мне так вот кажется, лучше, конечно, наверное, прокачаем ему стрельбу. Так, ну и в принципе, что мы делаем с тобой? Давай отправляемся в супермаркет. Сейчас мы с тобой немножко
Вот здесь, да, облутаем все, то, что можно. Коди, сынок. Ты не хочешь мне помочь? Слушай, да, он реально очень быстро стал переезжаться. Так, машины. Желательно, конечно, да, если бы сейчас у нас машина будет разбираться. Так, Коди, иди сюда. Так, не то, что надо, ну ладно. Что там еще? Обрывки. Металлические пластины. Ух ты. Ладно. Давай сейчас вот здесь еще что-то посмотрим. Смотри, что-то нашел, да? Давай на Коди, пусть поест. Обрадуется сладенькому. Видишь, местами все-таки где-то появляются у нас какие-то ресурсы. Thank you.
все, да? Больше ничего нету. Так, что мы с тобой нашли? Металлические пластины нашли. Бензина немножко нашли. 6 канистров. Хорошо. К сожалению, машины у нас здесь не разбираются, да? С одной стороны, конечно, это очень плохо. Ладненько, значит, давай мы сейчас с тобой возвращаемся домой. К сожалению, я думаю, что вот все равно у нас появится вот эта вот негативная фигня. Так, здесь, значит, смотри, давай создадим, наверное... И топор можно создать. Но топор я не буду создавать, потому что ты сам видишь, что, блин, требуются на этом металлические пластины и металлические части. Мне этого и так не хватает, блин. Лучше я, конечно, отремонтирую. Там, по-моему, при ремонте топора надо 5 пластин. То есть это экономия. Кстати, да. Когда вот... Если ты будешь играть в эту игрушку, будешь создавать какие-то оружия, сильно много не создавай. Лучше ты потом будешь чинить, а... В лучшем случае оставить 2 биты, 1 топор и 1 ломик. Все остальное можно разобрать, оно будет не нужно. Ты лучше будешь дешевле восстанавливать, чинить просто. Так, давай, значит, металлический пигмент. Сюда, смотри, банка делает еще один металлический инструмент. Так, мне не хватает места, да? Блин. Все как-то у меня не хватает места. Ладно, давай здесь хранить одну биту. Мы с тобой чиним. Так, почему так вот еще пока не может чинить? Ну, ладно, значит буду я чинить. Пусть он это выключит. Сейчас здесь. Так, бензин, наверное, выкладываем, да? Так, вот это тоже выкладываем. Спирт выкладываем. В принципе, можно все выложить, да? Мне это все как бы, так скажем так, не надо. Так, вот эти вот предметы. Потертый ящик для инструментов должен... Умейте разбирать полезные материалы. Ага, то есть я могу эти ящики, может быть, просто разобрать? На детали, да? Слушай. Ну давай. Я, наверное, все разбирать их не буду, да, на всякий случай, пару штучек вот оставим. Так, что у нас с тобой здесь? Так, по машине нужны части механические и механический инструмент. Давай, значит, один механический инструмент я еще создам. Все-таки, видишь, надо создавать, нам улучшать машину, иначе мы не попадем в новые локации. А в новых локациях новые ресурсы. Потому что в старых как-то уже все заканчивается, к сожалению. Делаем металлические пластины, 2 штук 5. Дальше металлические пластины мы создаем по максимальному вот это. Металлические части. Я, конечно, сейчас не создам все, что мне нужно, понимаешь?
Но, в принципе, уже много что у нас есть. Так, а сколько у нас бензина? Давай посмотрим. 11 канистр, да? 3 канистры надо будет положить в холодильник. Ну, на генератор. Значит, здесь. На сохранку все выложим. Так, это тоже сюда все выложим. Хранить нету места. Ладно. Так, смотри, значит, пистолет выносим. Сейчас я покажу, зачем мы его выносим, да? Аптечка. Блин. Все так надо. Ладно. Так, санишка, найдем сюда быстренько на улицу. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть с тобой. Так, спелый помидор. Здесь у нас растет с тобой трава. Трава лечебная, которая, да, вот мне нужна. Значит. Все. На этом все пока что. Так, сына хочет, я смотрю, да. Вылечи, мама, меня до конца и дай попить еще. Водохлеб ты, конечно, очень сильный. Так, а что у нас с тобой валяется здесь осталось? В принципе... Ладно, давай, разбираем. Давай, наверное, ему починим розеточку. Все-таки видишь, он очень быстро начал перезаряжаться. Дальше нужно, конечно, прокачивать ему на... Там есть возможность... Если он стреляет пока что один раз, там он будет делать двойной выстрел. И вот тут, конечно же, ты сам понимаешь, будет очень большой урон наноситься нашим зомбикам. Так, пистолет я взял. Вот шлем Джона. Я не знаю, честно, я пытался. Джон оставил это для нас, хорошо подходит для защиты. Но, к сожалению, никто это не одевает, понимаешь, на голову. Ни сына, ни мама, блин, но... Как быть, не знаю. Так, и мы с тобой, наверное, идем на сохранение. Сейчас быстренько сохранимся, потому что... Это будет правильное дело. Готово. Так, а что нужно для улучшения? Для улучшения нужны металлические пластины целая куча, понимаешь? И доски. Еще тоже немало. 4 штуки, это где-то 20 дерева нужно. Вы что, серьезно? Да. Так, один тебе, один мне. Готово. Все, ложимся отдыхать. В принципе, поедем по воде. Все у нас нормально. Сейчас посмотрим, что у нас за симптомы. Так, гликопения. Максимальное количество пищи постепенно уменьшается. Так, за каждый симптом, имеющий аминк, она получает 5% за каждый раз, когда получает урон. Аминк не может читать. Давай читать не может. Симптом, да? Скорость передвижения и аминк не может читать. Так, покодим. Переработка.
готовим. Ну давай. Видишь, в принципе, он уже очень хороший. Чё ты приуныл, блин? Чё тебе не нравится? Что ты хочешь, малыш? Я уже не знаю, чего он хочет. Так, а если вот так? Два штуки, да, вот сразу. Коди, иди делай. Один мне, один маме. Значит, давай, сейчас покушаем, и мы с тобой сходим в город. Это была у нас вторая локация. По-моему, там у нас была с тобой машина какая-то неразобранная до конца. Я сейчас ее попробую разобрать. Так, что у нас с тобой здесь? Блин, я не знаю, что мне делать. Мне нужны, с одной стороны, какие-то еще и ресурсы, да, вот, на изготовление. Так, механический набор можно создать. Я хотел сходить в город, а потом в магазин отдать пистолет. Потому что в предыдущем сохранении я его дал. Но так как я чуть-чуть переиграл, чуть-чуть, на пару дней, там буквально 4 дня, из них я просто неправильно там делал, куда-то ездил, фигней страдал, короче. Теперь надо сделать все правильно. Так, что у нас здесь с тобой... В принципе, две шестерни, да? Две шестерни. Недостаточно материала. Ну давай сейчас сам подходишь и будешь это сделать. Кстати, вот превращение небольшое у нас случилось на 20-м дне, ну, когда 20-й день заканчивался. Так что вот скоро мы опять увидим вот эту сцену. Если она будет, это значит продумано самой игрой. Самое же интересное, что во время игры, прохождения, мы с тобой уже немножко столкнулись с таким случаем, что мы уже слышим о том, что есть у нас некий антидот где-то. Я не знаю где, но мы постоянно слышим о том, что вроде бы антидот есть. Может быть, и у нас останется еще в живых, конечно же, мама. Все возможно. Все, поехали. Значит, сейчас быстренько идем мы с тобой в город, потом мы... Попробуем на окончание заехать быстренько в магазин. Так, в городе, как ты думаешь, у нас есть зомби? Да, они появились. Они появились. Хорошо, давай, значит, спускаемся вот сюда на парковку. Так, или неужели я все разобрал здесь? Хорошо. Смотри, да? Диви, мы с тобой полностью все. Как бы это обчистили, но видишь, у нас появилась теперь возможность опять собирать Диви. Шестерня выпала с него, нифига себе. Механик, что ли, бывший?
Так, Коди, иди сюда. Давай в магазин быстро зайдем. Здесь у нас был котенок. Налить молока? Серьезно? Какое молоко? Вы что, совсем обалдели, блин? Молока. Кстати, кошка может быть... да, если мы нальем молока, она дает нам какой-то ресурс. Да, есть такое дело. Но, блин, мне это не нравится, конечно. Короче, он что-то какой-то приунылый вообще. Ладненько, давай быстренько в супермаркет заходим, значит. Отдаем пистолет. Я просто не помню вот предыдущей серии, что нам дал за пистолет владелец магазина. Кстати, в магазине у нас сейчас будет полно. Да, вот. Зомбари. Надо будет как-то то ли пошуметь, то ли как-то пройти. Не знаю. Атакуй, пожалуйста. Пошли, выходим. Блин, какой выходим, блин? Ай, блин. Да, неудачно, конечно. Видишь, как тут опасно. Раньше были преграды, сейчас этого нету. Да, пистолет мы отдаем ему. Что он мне дает? Механический набор? Нет, он... А, да-да-да, он же... Что-то вроде как... А, типа мины отдает мне. Да. Так, давай, значит, энергетики обменяем у него на что-нибудь. Поношенная одежда тебе нужна? Ты шутишь, да? Конечно, конечно, я шучу. Хорошо, дерево давай тебе. Справедливая сделка. Слышишь? А гуляй ты вальсом. Нифига себе. Че он хочет? Да, энергетика, конечно, очень хорошая. Он дает и еду, и питье, блин. Вещи, конечно, очень классные. Вот черт. А, блин. Все, валим отсюда уже. Уходим. Так, куда мы с тобой сейчас идем? На ферме Джона делать нечего. Я тебе серьезно говорю, там вообще без вариантов. В национальном парке. Да тоже делать нечего уже. Ну, максимум, что можно, это дерево только добывать. Если будет, конечно же. Давай, значит, отправляемся домой. Попробуем переработать, да, все создать. Да, видишь, еще не ночь, а уже как бы такое вот идет как бы превращение. Все-таки это сделано игрой.
Сына боится, блин. Ох, она, конечно, управляемая такая. Черт, а что делать? Я не могу. Слушай, а получается, когда вот это все идет, да, само движение неправильное. Да, это продумано игрой. Мама, что случилось, в порядке? Да как она в порядке? Я в порядке, Коди. Мама, ты меня пугаешь. Что происходит? Мама превращается в зомби. Что ты хочешь? И все-таки интересно, есть же у нас в игре антидот? Или это все-таки неправда? Смотри, значит, мы отдали пистолет, получили... То ли ловушка какая-то тут, ну, как-то называется шахта, но я думаю, это не шахта, это какие-то типа мины. События. У вас начался необратимый спад инфекции. Сделайте выбор. Безумие, физиология зомби. Состояние безумия нашего, так, ухудшается, максимальное значение еды и воды станет 30. Он ведь не может сражаться в ослабленном состоянии, но будет действовать эффект восстановления плюс 50 для еды, воды и медикаментов. Блин. А здесь получается, вот видишь, какое-то безумие, физиология зомби, но тут есть плюс один. Каждая успешная атака Анвинг на врага восстанавливает ее еду и воду. Я думаю, конечно, это не сильно будет эффективно. Анвинг не может сражаться в ослабленном состоянии. Ладно, давай это выберем. Плюс 2 к воде Анвин каждый час. Легкая ксеростомия. Это типа что, потребление воды будет? Ага, сейчас. Давай тогда на урон идем. А, ну да, это ж... Так как у нас ухудшение идет такое глобальное, нужно вот 2 вот. Ладно. Мам, со мной все будет хорошо. Не волнуйся, мама найдет тебе лекарство, и ты будешь... Какое тебе лекарство? Маме нужно лекарство найти, блин. Все-таки... Да. Это... Необратимый процесс идет. Давай, значит, что мы с тобой сейчас сделаем? В принципе, видишь, инвентарь у меня очень слабенький. Ну, не знаю, почему-то так. Мы немножко с тобой, наверное, подлечимся. Ху-ху-ху-ху, нифига себе симптомов. Да, видишь, лекарство уже нужно употреблять. Хорошо, а если еще использовать? Упадок остался, да? Осторожно, восстановление постоянный. А, ну видишь, блин, это постоянный упадок. Ух, нифига себе, постоянный упадок. Мне это, конечно, не сильно нравится. Кстати, а что случилось с моим рюкзаком? Что произошло? К
Как-то мне его нету, да, как будто. Хорошо, давай, значит, ну, видишь, у нас проблема с механическим инструментом. Мне нужен, по идее, один еще, вот, последний. И я его сейчас создаю. Кстати, а почему так ходит, да, вот лежит и не пришел научиться? Обидно. Так, мне нужна одна шестерня. Нужны металлические пластины. Да, сейчас мы соединим с тобой машину. Да чёрт, я побери, блин. Надо три. Честно, механически. Так, сейчас, секундочку, подожди. Давай что-то выложу. Что у нас с тобой здесь? Надо, блин, одна механическая часть. Так, нужны две металлические пластины. Здесь мне нужна одна металлическая пластина. Мне нужны обрывки. Черт! У меня с обрывками проблема будет. Так, а что с Коди? Почему он не идет? Подожди, чего он лежит? Коди? Он болен? Можно использовать пилюли? И измельченная трава, да? Хорошо, подожди. Давай сейчас... Так, пилюли, по-моему, были у меня. Пилюли, пилюли, пилюли. Где наши пилюли? Вот они. Кстати, давай еще вот этого я возьму сейчас, вот, лопатку, я потом объясню почему. У нас же там трава, да, подрастает, которая лечащая, так что надо будет, наверное, ее срезать и новую посадить. Для Коди. Так, то есть ты тоже болен? Но ты ж болен, слушай, ну не из этим. Или включить можно обогреватель, подождать пока Коди. Выйдет количество ограничено в этом. Рюкзак мы ограничим, да? Ну подожди, я думаю, что пилюлей хватило. Или что, я должен эту еще и измельченную траву, что ли, использовать? Капец. Кажись, да. Так, ладно. Блин, тут машина уже почти готова. Надо только еще обрывки тебе достать. Трава, трава, одна трава готова, только одна. Так, я сразу сажаю следующую.
Сейчас он на генератор гавнется, и у нас начнут пропадать какие-то продукты в холодильнике. А что в холодильнике есть у нас? Помидорки, кажись, гнилые. А нет, еще целые. Трава уже гнилая, грибы гнилые, картошка тоже. Измельченная трава. Блин, сынок, я трачу на тебя сейчас целую кучу энергии. Так, проверить Коди. Ну, давай, вставай. Блин, ну хватит валяться. Я что-то не могу понять, что происходит. Я ему уже дал пилюлю, я ему дал уже измельченную траву. А он все не хочет вставать. Так, дал уже воды. Проверить. Может, мы должны просто один день, не знаю, что, подождать, что ли? Хорошо, подожди, было сказано обогреватель включить. Включить обогреватель? Какой? Кстати, выключить обогреватель может. А, здесь есть вода. Да ну, блин, тут ресурсы нужны. Слушай, короче, я не могу понять, что с Коди. Мне чё, реально нужно подождать один день? Так, это выключить. Шоколад. Но все, на машину все готово. Короче, я не знаю, что происходит. Мне не нравится то, что наш Коди, да, вот, блин, лежит и лежит. Ой, блин. Так, что же делать? Как же быть? Как же его, да, вот, блин, поднять, что ли? Хорошо, а если я сюда и выйду?
Я сам выхожу. Я сам выхожу. Прикольно. Да, Коди, конечно, у нас молодец. Просто красавчик. Слушай, ну я не знаю, может быть это специально так сделано. Что да, должен где-то хотя бы один день пройти на вот его восстановление. Я ему уже просто столько всего дал, так что я не вижу смысла. Здесь закончилась вода. Ладно, давай, значит, поливочную систему. Сейчас польем лекарственные растения, да, потому что... Уж как-то больно все долго растет. Так, бочка пополняется, когда у нас идет, конечно же, дождь. Слушай, я ничего не понял. Чем она поливает? Забрали. Кстати, можно... Давай наполним, наверное, всю воду. Я сейчас пусть на копейки печу. Да, я думаю, что нужно дать ему время отдохнуть. А в это время мы с тобой пока что вот... По возможности, все, что можно, мы с тобой все сделаем. С канистами у нас очень большая проблема. Я сейчас сюда добавляю одну канистру последнюю. На машине нужно только 8. Так что все, на этом вот, все заканчивается, понимаешь? Чем ничего я модернизировать уже не буду. Ну наконец-то, слава богу, ты заставил меня волноваться. Твою мать, блин, он проснулся, когда уже почти день закончился, понимаешь? Ну ладно, ладно, пошли машину хотя бы создадим, пусть посмотрит, как создается машина. Чтоб тебя. Бля, сам чин. Еее, машина улучшенная. Молодец. Отличная работа. Новая локация. Лесная дорога и фабрика гавани. Разблокированы. Круто. Хорошо. Так, давай, значит, посмотрим, что у нас с тобой здесь есть. Ресурсов, конечно... Стало меньше, но видишь, и места уже стало больше. То есть можно теперь что-то положить. Так, это измельченная трава. Да, но это как лекарственная, пригодится потом. Сейчас, секундочку. Здесь нам нужны обрывки, да? Блин, у меня обрывков. Нет обрывок. Полоски ткани. Снаряд из сырого железа. Он сделан из железа волома и очень тяжелый. Безопасный эффект. Увеличивает урон. Точная стрельба превышает. Прорывает врага.
снаряд из сырого железа. Это порох. О, металлические пластины используются, да? Ладно, давай. Впрочем, видишь, все-таки это было продумано игрой, когда мама вот заражается, и сынок там тоже что-то очень сильно болеет. Сделано не просто так было. На этой своего железа. Мне вот интересно, это у нас что такое? На рогатку? Или куда это? Куда это все используется? Все, значит, тогда мы с тобой выпиваем немножко воды. Сейчас, стой, где там баклажечку я надел? Вот она. Есть. Так, и ложимся спать. Ну, видишь, нету смысла сейчас нам выезжать на новую локацию. Я сейчас, конечно же, сохраняюсь. И давай на этом мы закончим прохождение Endling. И продолжим в следующий раз. С тобой был Zenimax Games. Если тебе понравилось это игрушка и мое прохождение, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй. И, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы знать о том, что выйдет новая серия, где я тебя уже буду ждать. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. This is the future. Evolution. This is the future.